Жизнь — это вода природного колодца. Хуже виднеются с годами на глади ее черты лица. И только в летний полдень на ней заискрится солнце, приближая начало конца. Жизнь — это вода природного колодца. Хуже виднеются с годами на глади ее черты лица. И только в летний полдень на ней заискрится солнце, приближая начало конца. Осмелюсь описать неописуемое, объяснить необъяснимое, нарисовать невидимое. Оазис, который никогда не оскверняла обувь, в иллюзии является вновь. Избегая погоню за новым, я получаю стихотворный голод, который утоляю блюдом старомодным, глубоководным. В его поиске закидываю неводы на глубину вод. Она не замерзала в лед, но рыбаки поблизости не замечали. Целую жизнь не критикуют альбатроса полет. Он был одним из них на шарообразном причале. Не умею плавать от рождения, жители шара до смерти не решаются нырять, умножая на ноль их убеждения. Я продолжаю в океане внутреннего мира камнем утопать. Население с утренней росою собирает манну, ловит руками перепелов. Альбатросу небесному предлагали тонну золотых тельцов и посеребренных венцов. Сильными ветрами поднята к зениту, крылья обжигая в знойную погоду. Обессиленная, подобно граниту, улетела в негостеприимную среду для птиц, такую как воду. В секунду соприкосновения со гладью на свободу вырвалась с альбатроса душа. Превосходя меня скоростью во глубины глубин, стремился субъект святого малыша. 23 года продолжая эстафету, удалось увидеть издали оазис. Время года, приближенное к лету, перед моими глазами древнегреческий полис. Во младенце был узнан император, забитый до отказа Колизеем амфитеатр. Во время антракта объявляет оратор, на арену приглашается новый гладиатор. От макушки головы до пяток ног обмундирован, на бою до острый меч или псовидный щит. Древнейший из цепи неполноценен и скован, гробовая тишина вокруг арены стоит. Соперниках, узнаны мною исполины, никогда не брали мечей, сами по себе сильны. Художник не осмелится писать с их натуры картины, персонажи духовной величины. Зачатые от ангелов и рождены от дочерей, непотопляемы водой, в отличие от первых людей. Авторитетом для них является древний змей, хитрее полевых зверей. Они в утробе накормят новорожденного различными пороками и молоком греха. Они высмеивают в проруби крещенного душою неспасенного, стареющего словно саха. Жизнь — это вода природного колодца, хуже виднеются с годами на глади ее черты лица. И только в летний полдень на ней заискрится солнце, приближая начало конца. Жизнь — это вода природного колодца.